В ночь на среду на окраине Хабаровска в кювете оказался автолюбитель на Рено Дастер. Прежде чем съехать с дороги, кроссовер пересек встречную полосу движения, которая, к счастью, в этот момент оказалась пуста. В кромешной темноте с дороги автомобиль был практически незаметен. Этим и решил воспользоваться водитель. Он рассчитывал поскорее вытащить разбитую машину из кювета и даже успел вызвать эвакуатор. Однако вытянуть иномарку автоспасатель не успел. Погрузку приостановили инспекторы ГИБДД, которых вызвал очевидец, все-таки заметивший серую машину в кустах. Суетившийся рядом с Рено мужчина представился братом автовладельца. Полицейским горожанин предложил такую версию. Машину он одолжил у родственника, чтобы подзаработать денег. Ночью занимался частным извозом. Доставил клиента в загородное кафе неподалеку от села Матвеевка. Возвращался обратно в город и перестал контролировать машину. Свою оплошность на дороге хабаровчанин объяснил тем, что очень устал. В погоне за рублем он уснул за рулем. Двое суток. Двое суток? Далеко куда-то ехали? Да не ездила, работал, так сказал. Спиртным от мужчины не пахло, однако полицейские все же решили проверить водителя на трезвость. И тот легко согласился пройти тест. Паров алкоголя в выдыхаемом воздухе алкотестер не обнаружил. Тем не менее, поведение 46-летнего водителя у стражей порядка вызвало сомнения. Нервозность и некоторые физиологические признаки могли указывать на то, что мужчина принимал наркотики. Инспекторы предложили автолюбителю пройти тест у нарколога. Ехать в стационар мужчина отказался наотрез. Это автоматически влечет за собой лишение водительского удостоверения по решению суда. С места происшествия Полина Храмцова, Ольга Соколова и Андрей Алферов.